Вам сегодня все нужно. Я знаю. Пожалуйста, начинаем. Вот сюда. Постарела мать за столько лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Столько лет, как кончилась война, столько лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать его знала в тот же миг и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь пули мчался сын вперед. «Алексей!» просили земляки, «Алексей!» просили, «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить, и опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Вот-вот сейчас в окно последит тревожной тишины. Возвратится сын с войны.